Привет, народ! Мы продолжаем играть в Batman Arkham Knight. Смотрите, чувачки, смотрите, как разъярился! Начинается с того, что меня привалили к земле. Очень странное лето пока что у меня здесь. Ну, в Лондоне оно крайне странное, в том плане, что... здесь может быть вот один день... Может быть 25-30, а другой день бац, 15. Хотя меня даже отрадует. Зачистить район от дураков с дубинами? Пожалуйста. Это последнее задание. Да, смотрите, сколько грузовиков притащили. Они явно решили, как следует, ребят, нагрузиться. Just like the others, these thugs can't hear a thing over the alarms. I'll hit them as hard as I can. Что я не знаю, что я хотел. Пофиг, ближний бой. Я хочу выбрать бета-ранг. Зря у меня гель был выбран. Не знаю даже почему. Только так тут и перемещаться, ребята. We were gonna spare you, but... А что, место для вышивых приемов еще осталось? Это не совсем то, что я хотел. I can't bring the car in here. Ну, да, да, извиняюсь. You should have let us be, Batman. But here you are. Get
Готово. All of you out. Tails you lose, Batman. And these guys will make sure. Bring us his corpse. Интересно, а где он такой костюм достал? No more alarm to hide the sound of my attacks. I need to be quiet. Это, кстати, врачи, чтобы выводить из строя. И да, меня спрашивают про мультиплеер, его в этой игре нет. Слава богу, не знаю. Мне кажется, в этой вселенной он совершенно не нужен. Но это лично мое мнение. Блин, а куда дальше? Вооруженных один. Где же ты прячешься? Засранец. Где же? Вон он. Cash, I've captured Two-Face. I'll bring him to you. Send a car for his men. Sure thing, Batman. Ну что, готовы, ребят? Мы завершили хоть одну сюжетную линию ограбления банка. Осталось только доставить двуликого в карцер. You said we'd save Gotham. I'm sorry, Harvey. Вот, ребята, один преступник есть. End of the line, Dent. Never count me out of the game. Да, 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 я знаю, он сбежит еще 100 раз. Нормально, привычное дело. Hands off the boss, bat freak. Yeah, he's twice the man you are. Save your breath. We'll get our chance. Not anytime soon. Still trying to preserve the balance of justice, eh, Batman? Impossible! Think of all the crimes you missed while capturing us! Well, how's it hanging, Harv? Color me insensitive, but I've always wanted to ask, did everything get split down the middle? What's wrong with me? You were sick. But you're getting better. Your mind, it got a little screwed up. You think you're finding that weapon? Knight knows this city better than you. He knows where to hide. Что ж, ребят, минус одно задание, как видите, у нас хоть одна галочка появилась. Ура, ура, ребят, можно отпраздновать, кстати, блин, было бы чем. Только вопрос теперь... В том, что можно делать дальше. Дальше, по сути, у нас вариантов немного, наверное. Alfred, there's a large militia checkpoint operating next to the Amertek building. There won't be when you're finished with them, sir. Давайте проверим по карте для начала, где они находятся, потому что может, тут можно очень сильно рискнуть. Тут куча танков, я не пробьюсь сюда, сторожевая башня боевиков. Да и лететь сюда дико далеко. Задание загадочника. Ну, тоже тут машина нужна. Мне мост нужно перекинуть сюда. Даже не знаю. Что тут делать, как быть. Ладно, давайте отправимся пока сюда. Хотя нет, давайте пока отправимся вот сюда.
Эта башня нам по силам. Ну и она на территории, которая ближе к нам. Захренеть, у него там! Смешно звучит. Ну, там чувачок бежит, ну ладно, я живу. Потому что его не гроб. Быстрый долет у нас не получился до нужного места. Ладно, давайте на крышу спешим. Кстати говоря, мы этого парня ведь уже... Да, мы его обследовали. My life on it, friend. Think about it. Gotham City is a crime-ridden hellhole, right? The police can't do anything about it because they've got to worry about due process and brutality lawsuits and accountability and all that other bureaucratic bullcrap. Нейтрализуем контейнер. Yeah. But Batman? Why, he's just some vigilante operating outside the law and answering to nobody, right? Yeah. Is he hell? CIA-funded secret agent operating extrajudicially and illegally on American soil. And that's how we can... I can't do that at this time. I'm out of ammo. Ну и этого хватит, в принципе. Они хоть оружие взять новое не смогут. Пора действовать. Не знаю, как обезвредить те пушки пока что, без понятия. Но я думаю, мы постепенно узнаем мина. Кстати, их можно нейтрализовать, но нужно электрическое поле. Просто где его взять? You seen Scarecrow's face up close? Word is he had surgery after getting mauled by some kind of mutant. Рискнем, давайте посмотрим, что чем кончится. Не рискнем, не узнаем, что делать. Опал Мали. Мой нежный взрывающийся гель. Сейчас все исчезнет. Как я понимаю, другого способа особо и не было, кроме как подойти вплотную и взорвать. Вооружение Бэтмобиля. Сам Бэтмобиль. Да, катапультирование улучшает защиту, это хорошо, но супер катапультирование. Осталось еще нужно 6 очков, чтобы его прокачать. Ладно, давайте посмотрим, какие задания у нас имеются. Или просто по карте можно, по сути, изучить. Какие у нас варианты действия.
Беспилотная зона. Ну да, это... Панастудиус понадеют силы рыцаря Архима. Тут задание загадочника. В общем, сюда я бы лучше не совался, пока мы машину не протащим. А машину можно будет провести, все сразу изменится. Что же, отправляемся тогда на основное задание. Я не вижу просто ничего особо другого, чем можно было бы заняться именно в данный момент. Постойте, кстати, одно задание я забыл. Насчет, ну, генетическое еще нельзя. А можно мы запросто перейдем к нему? Они, наверное, скучают по Джокеру, который не только иногда шутки рассказывает. А довольно часто. Кстати, ребят, спасибо за просмотр. Увидимся мы с вами в следующей серии. Можете ставить лайки и подписаться на канал, если вам понравилось. И в следующей серии мы с вами увидимся и продолжим веселиться и все такое. И продолжим основное задание, если быть совсем точным.